12 июня вся страна отмечала главный праздник – День России. В торжественном праздновании приняли участие все города нашей большой и необъятной страны, в том числе и Каспийск. С раннего утра в городе прошли патриотические акции, а ближе к вечеру жители собрались на главной площади города для того, чтобы насладиться праздничным концертом. Всего 7 букв. И сколько сразу смысла? Какое слово ёмкое – отчизна! Добрый день, уважаемые каспичане и гости нашего города! Началось мероприятие с праздничного флешмоба «Моя Россия» от хореографического ансамбля «Сияние гор». Дети, зарядив жителей патриотическим настроением, передали эстафету заместителю главы Каспийска Сергею Шахвалиеву, который также обратился к горожанам с поздравлениями. Мы отмечаем сегодня один из самых значимых праздников нашей страны. День России – один из самых молодых праздников. Он берет свое начало 12 июня 1990 года, когда решением Первого съезда народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете страны. 12 июня в истории России – это дата, знаменующая начало кардинальных преобразований. Во время концертной программы юным жителям Каспийска вручили долгожданные паспорта. Но вступить на новый этап они должны с клятвы. И быть достойным гражданином моей великой Родины. Обещаю верно и преданно служить Отечеству, защищать его интересы, безопасность. Завершилось вручение документов, подтверждающих личность, возведением флага России над площадью Каспийска. Возвысить символ страны выпала честь заместителю главы Каспийска Сергею Шахвалиеву и воспитаннице школы номер 3 Амине Абдулпазлуевой. Украсили концертную программу яркими номерами не только воспитанники образовательных учреждений города, но и военный оркестр 102-й отдельной бригады войск Национальной гвардии Российской Федерации под руководством Ильяса Бексимирова. Они исполнили такие культовые композиции, как «Смуглянка», «Навсегда великая страна», «Победа» и многое другое. День России. Мы от всей души вас поздравляем. Желаем вам всего-всего самого лучшего, что есть на этой земле. Кроме того, участниками концерта стали воспитанники детской школы искусств имени Агабабова, хореографический ансамбль «Даглар» и многие другие. Они продемонстрировали лучшие свои номера, тем самым подняв патриотический дух каспичан.